хочу слово предоставить директору Центра антикоррупционного просвещения Литвы господину Тадасу Бирбиласу. Приветствую вас. Что можно сказать, выслушав все выступления до этого момента и, опять же, вчера, участвуя в открытии, я бы сказал сразу, все, что вы делаете, делаете очень правильно. Все те меры, которые нужны для предотвращения коррупции, они заложены у вас в каждой из, скажем, ваших докладов. И это серьезная работа, которая уже связана с тем, что ваши правовые основы, они будут функционировать и работать в будущем как раз для того, чтобы все то, что теперь в тени, оно будет выявлено и станет прозрачным. Самые главные меры антикоррупции, они связаны с тем, что все должно в государстве происходить наиболее открыто и наиболее быстро. То есть зачем существуют сложные системы, которых надо обходить всякими коррупционными мерами? Из-за этого способом общения, способом передачи знаний с одних стран в другие страны, используя уже годами наращиваемый, скажем так, капитал знаний, мы предлагаем как центр возможность сотрудничать с такими организациями, которые занимаются этой деятельностью уже с 50-х годов. Наш партнер... Our partner, such company, organization is... Делаем общие проекты совместно с Международной академией антикоррупции в Австрии. И что хочется попросить вас, так как мы очень рады вашему гостеприимству, и это гостеприимство хотелось бы использовать и дальше, да, и быть чем-то все-таки полезным вам, чтобы информация и вся коммуникация ходила настолько быстро, как и электронные письма, звонки и так далее. То есть, что мы понимаем, изучив все антикоррупционные методы систематически, что все-таки коррупция, она выводится или переносится на другой уровень только тогда, когда эта денежная интимность, я бы ее так назвал, она исчезает. То есть то, что делается в Казахстане, в принципе, обслуживание по системе одного окошка, это очень, очень правильно. То есть переход вот к этой системе, он разрешит вам поднять ваш индекс к
коррупции еще, еще выше. То, что правовые основы, они заложены, это тоже очень хороший показатель. И осталось совсем немного это убедить ваше общество, что у вас с коррупцией борется. А как убедить общество, это опять же с обществом надо работать и работать каждый день. И общество верит только тому, что является правдой. То есть если какие-то услуги, которые предлагают государственные учреждения, они не загружены всякими трудными, скажем там, формулярами или трудными процессуальными вещами, и решаются наиболее быстро, что в Казахстане тоже модно. У вас все решения, как мы заметили, происходят мгновенно. Думаю, что вот это общество, которое подтвердит, что у вас с коррупцией борется, произойдет тоже очень быстро. Так что я хотел бы поделиться одним высказыванием, которое я повзаимствовал у моего коллеги Ромалдеса Петрайтиса. Он как бы представляет Министерство внутренних дел, и тезис он состоит в том, что в современном обществе граждане от государственных учреждений ждут того же уровня услуг и качества, как и от частного сектора. С развитием информационных технологий меняются и развиваются технологии выборов и других государственных услуг. Государственные учреждения все более становятся учреждениями услуг. В будущем государство свои функции как поставщика услуг в большой мере передаст частным поставщикам услуг. Глобализация, в том числе экономическая, она является причиной всего этого, что национальное государство приобретает другое значение. В будущем, так как все равно Казахстан целенаправленно ставит задачи 30-го года и года 50-го, насколько мы познакомились с вашей стратегией, значит, в будущем, когда все станет прозрачно, наверное, глобализация поможет объединить вот эти все экономические нюансы, и тогда, опять же, будем надеяться, что коррупционные меры не сработают, те, что заложены теперь у вас. И приглашаем к общему обмену опыта, общению и выявлению прозрачности. Большое спасибо.